Добрый день. 954-я сборка. Офисный системный блок с претензией на игры. У него стоит процессор Athlon Pro 200GE. И в этом процессоре встроена графика Vega 3. Позволяет играть такие игры, как танки, GTA 5. На низких, конечно, настройках графики, но вполне играбельно. Памяти стоит 8 гигабайт, 2 по 4. SSD накопитель на 120 гигабайт. Блок питания на 400 ватт. Корпус имеет RGB подсветку, которая регулируется контроллером RGB подсветки. Подсветку можно отключить, переключить режим работы. Есть разъемы USB 2.0, два штуки, один разъем USB 3.0. Корпус можно установить спереди два вентилятора 120 мм, сзади один вентилятор 80 либо 90 мм. То есть, если из него делать игровой компьютер, то вполне это будет возможно. Ну и платформа, конечно, позволяет поставить Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Плата на сокете AM4. Кулер стоит Zalman. Он не шумный. Вот такой вот недорогой офисный системник с претензией на игры.